Привет, я Нокс, и это завтрак на бегу. Собираюсь на работу, как обычно. Сегодня решила немножко разнообразнить завтрак. У меня вот такой вот помятенький круассанчик, но, тем не менее, начинка внутри супер. Это моя сваренная аджика, которая постояла и стала, по-моему, еще острей. Колбаска и пекинская капуста. Еще у меня есть салатик тоже из пекинской капусты, перца, помидорок и заправки на основе масла и винного уксуса. Пью кофе. Вот. Наслаждаюсь своим зелененьким садом. Я наконец-то занесла с балкона. Стало очень холодно. Занесла с балкона свой зеленый уголок. А вот. И зачем ты сегодня проснулась на час раньше? Ну ладно. Почему нет? Позанималась йогой. Вот. И там вот еще уголочек. Теперь такое ощущение, что я живу в оранжерее. Вот. Они все лето тусили на улице, на балконе. Даже что-то мне приносили плодов. Вот. И теперь так. Вчера таскала две с собой книжки, видимо, на кухне и персики для месье Кюре, но читала, видимо, на кухне, как ни удивительно, что-то меня ну, книги кулинарные захватывающие, вот. Сегодня обязательно прочитаю персики, потому что, ну, надо двигаться, раз уж начала. К тому же, ой-ой-ой, где-то я потеряла закладку, ну ладно. К тому же, зачем начинать книжки и их не дочитывать? Это как-то неправильно. Пишите, как вы просыпаетесь, что вы читаете в метро, если ездите в метро или в транспорте. Чем вы занимаетесь на завтраке, просыпаетесь ли вы раньше. Там есть социальные сети внизу, ставьте лайки, подписывайтесь. Всегда буду рада пообщаться. Всем хороших книг, пока-пока.